Здравствуйте, меня зовут Владислав. Я профессиональный сантехник. Где есть трубы, и где течет какая-то вода, жидкость, я делаю все. То есть отопление, водоснабжение, водоотведение. Иногда приходится и в земле порыться. Вызывают люди, потому что, знаете, вот есть беда какая-то. Вот они не знают, как с этим справиться, вызывают специалистов. Сам по себе я техник-строитель. Меня учили строить дом, начиная от нуля, заканчивая уже крышей. Из сложности я вижу только то, что нужно немножко работать с руками. Как попал вообще в эту профессию? Просто подвернулась работа, предложили там, замени просто унитаз. Вот. Я согласился, заплатили неплохо, был выходной день. Я почувствовал, как бы, что можно заработать какие-то деньги. Вот. Стал этот весь вопрос узнавать, ориентироваться на цены на рынке. Сделали рекламу какую-то небольшую, тот же вот у вас появились услуги на онлайнере, выложил туда твой профиль. Начал отзываться, откликаться, и люди начали выбирать, то есть поверили в меня. Заказы есть. Начиная вот где-то с апреля, с мая месяца, начинают заказы очень-очень так обширно идти, людям надо. И бывает такое, что даже не успеваешь. На данный момент, я бы сказал, 70% моей работы идет с онлайн-услуг. И получается, что своя реклама, она уже уходит на второй план, потому что иногда даже действительно больше с онлайнера получается работать.